Забрели в лесочек. Это величественный огромный камень. Это белое? Вот. Охренеть. Не, я думаю, это будет опасно. Ну, красиво. Я ничего говорить не буду, просто вот так. Красиво, что это, сука, страшно. Это еще, кстати, не предел, да. Мы сейчас, мы вот ехали через вон то облако. Сейчас поднимемся еще выше. Будем включаться уже оттуда. Короче, ребятки. Вот этот вот человек, блядь, доехал в дождь на плато Лаганаки, на копейке, блядь. Я не знаю, блядь, как он это сделал, но здесь вот так вот. Сейчас еще будет широкий. Сейчас еще сюда подъедем. Там, вот, вы смотрите, мы в облаках вообще, в принципе, ходим. Вот, облачко снова спускается. Короче, сейчас я буду исполнять свою мечту, буду на плато курить кальян, вот. Спустимся, что там. Ну красиво, ну. Ну это понятно, что такие вещи нужно выражать без мата, но. Так что вот это просто настолько красиво, что это страшно. Прах дождики, снежочки, в горах солнышко, вон оно выглянуло. Сейчас нахер сожгу себе камеру. Облачка, правда, сегодня облачко. Саня все фоткается. Короче, я уже обещал забивать третий раз, пошел забивать, чуть позже включимся. И да, кстати, для такого особого случая это будет кустархун, будем курить елочку. В общем, ребят, забить получилось, вот он непосредственно сам товарищ. Но! Я когда собирался, я забыл трубку, поэтому будем курить вот так. Нормально курится, да? Правда, карбопол, уголь не очень, но в таких условиях имеем то, что имеем. Самое главное, это вид какой. В общем, что, забивочки будем делать скоро. Вот. Но я сейчас пока что докурю эту штуку. Вот. И поедем домой. Ты закончил наш хука-ознакомительный тур. Вот. Было классно. Да, только надо будет трубку в следующий раз взять, будет вообще круто. И вообще желательно шашлыками и со всей такой штукой. Блин, на самом деле очень красиво. Единственное, что облака сегодня прям облачно-облачно. Они моментами уходили, моментами приходили. Но все равно вот. Горный воздух еще так заморил немного. Мне как жителю картонной коробки очень-очень так что-то все потекло. Сейчас пока еще дорога домой. Надеюсь, назад чуть побыстрее пойдет, потому что дорога сюда это сущий ад. Слушай, а там еще вон подъем на ту сторону есть. Надо будет в следующий раз туда еще сходить. Вот в ту сторону пойдем глядеть, что там. Остались одни, вон там какая-то собака бегает сзади. Ну так в целом, ребят, круто. Вот еще такой пейзажик напоследочку. Вот.
из дома уже включимся, будем что-то забивать. Пока!